Приветствую вас, фермеры, фермерши и фермерятки. У нас сегодня большая закупка животных. Будем покупать свинюшек, коровюшек и конюшек даже будем покупать немножко. Так что все деньги, которые у меня есть в распоряжении, сейчас будем усердно тратить. Так что берем какой-нибудь, не знаю, вот такой, наверное, мерседесистый трактор. Залезаем, заводим. И едем куда-нибудь в какой-нибудь магазин. А, не, мы подожди, мы сначала возьмем. Итак, у нас задача какая? У нас задача следующая. Сейчас взять прицепчик и поехать в магазин за животными. А, кстати, а он открыт еще? По идее, вроде должен быть открыт. Ну что ж, отлично. И сразу этим коровяшкам-то будем засыпать все это. Миксы всякие делать и тому подобное всякое барахлишко. Так, есть контакт. Ну, поехали сначала, наверное, коров приобретем чуть побольше. Наверное, я не знаю, штучки два раза. А, подожди, у нас же получается сколько, почем коровы-то, я не помню. В общем, давай сейчас приедем туда на место и будем разбираться. И надо будет все им сразу и подстилочку, и то, и все, и третье-десятое. В общем, все деньги, которые у меня есть в распоряжении, я думаю, что мы сейчас благополучно и потратим. Мы на месте, и сейчас будем закупать коровяшек немножко. Так, дайте я выйду отсюда. Спасибо. Коровяшки, коровяшки. Так, коровяшки у нас нужны нам какие? Следующие. Коричнево-белое, черное-черное-белое. Давай возьмем раз такую... Давай каждой по две, чтобы было интересно. А, нет, каждой по две у нас не получится. У нас тут 6 всего лезает. Ладно. 6 коровушек забираем. И я думаю, что сделаем две ходочки. Ой, а дверь-то закрыть надо, нет? Да, дверь закрыть надо. К счастью, магазин работает до 20 часов. Сейчас у нас еще даже 18 нету, поэтому успеем сделать несколько ходок. И вот единственное, что даже для тех же свиней придется закупать. Там есть мешочек корма старый какой-то. Я надеюсь, что он еще не завонялся. Вот, но думаю, что свиньи сожрут все подряд. Вот, а для остального, ну, для коров понятно. Там тюки есть, что-то придумаем, травы какой-нибудь мы потом по обочинам накосим. Еще что-нибудь такое эдакое 30-е-10-е и как-то выкрутимся. А вот свиньям... А, лошадям, подожди, лошадям. Ну, лошадям сено бросим, ладно. Но там-то лошадей всего две будет. Поэтому, кстати, мы можем сейчас съездить за лошадьми. Две лошади взять и 4 коров... А, подожди, а там ли влезет так? Ой, не знаю. В общем, ладно. Сейчас выгрузим лошадь у этих коров и разберемся. А тем временем мы на месте и выгружаем наших буренок. Так. Опа, отлично. Ну что, наверное, сейчас сразу мы это все дело и накормим, да? А, или нет? Или давай лучше сразу привезем. То есть, смотри, такие все хозяйственные сразу начали тут ходить. Что-то чудить. Сейчас мы вам еды, воды и всего остального... Кстати. А что-то деньги-то закончились? Свиньи, свиньи в следующий раз, потому что у нас получается денег-то это... Подожди, я что-то даже не рассчитал немножко. Сейчас едем за двумя лошадками, 4... А, ну да, все правильно. Там же по... Да, да, да. Нам денег на все не хватит, так что отставить. Это я размахнулся, конечно. Это планы, конечно, такие себе Карл поставил. Но давай смотреть правде в глаза. Сейчас нам первым делом надо будет парочку, наверное, лошадей, бочку для... А, бочка для воды уже у нас есть. Тю, что я несу? Бочка для воды уже есть. Это хорошо. Дальше нам нужен будет... А нам, в принципе, ничего не надо будет. Прицеп у нас есть, то есть, это есть. Сено сюда есть, туда есть. Да, в принципе, все нормально. Единственное, только мы свиней тогда покупать не будем. Купим пару лошадок, загоним им туда прицеп какой-нибудь для воды. Того третьего, этого, тридцатого. И, в общем, на этом и закончим. В общем, посоветовались по дороге с Карлом по телефону. Сказал он, что раз такая пошла жара, то типа две лошади и нам пока что хватит. И это, конечно, радует. Тут потом в планах на будущее он сказал, что есть выкупить вот эту овчарню обратно. Хотя она была тут, но как-то это оно... Все дело как-то куда-то делось. Итого мы
выгружаем двух лошадок. Отлично. Лошадок мы выгрузили. Сейчас теперь все это дело надо будет накормить, ребятки. Так что сейчас берем кормилку и быстренько кормим это все дело. Поим, кормим и как все, все как мы любим, в общем. Ну а чтобы справиться с этим всем делом побыстрее, поярче, повеселее, то, конечно, глушим этого Мерседесика, слабенький он. Надо будет сказать Карлу, чтобы как-то намекнуть или что, чтобы его поменять, потому что, ну, совсем какой-то не алло. Ну и запрыгиваем сюда. Отлично. Ну и погнали кормить коров и всех остальных. I'm
Вот и прелестно. Так, глушим. Глушим трактор. Все у нас вроде потихонечку. Так, хорошо. Утки, коровы. Все это сыто. Единственное, нам надо где-то надыбать будет... Чего? Свеклы. И этих, как их? Как их? И еще немножко морковки. Вот, со свиньями мы пока что подождем. А сейчас идем дружно дрыхнуть все с вами. И с курями, и с этими, и с коровями. Вот, а завтра утром поедем косить траву. Ну, как утром. Как роса спадет. Немножко травы надо будет накосить, чтобы лошадкам дать. И, наверное, тоже коровам. А потом, не знаю, может, какой-то силос травяной сделаем. Вот, и сенаж, вроде говорят. Называется. И есть контрактик небольшой там на уборочку. Карл сказал, так что завтра надо будет... Будет новый день, будет новая работка. Погнали отдыхать. Да, и по поводу собаки надо задуматься. Что-то Карлу сказать, а то как-то сиротливо и одиноко. Ладно, погнали. Доброе утро, страна. Ну что, готовы к труду и обороне? Итак, у нас что, какие планы? Заводим трактор. Это первый план. Отлично. Это хорошо. Завелся. Уже хорошо. По поводу Мерседеса сказал, обговорили, поняли, что да, надо бы поменять эту машину на что-то более мощное. Тем более Фент справляется со всеми делами. У него есть и погрузчик, и передняя навеска, и все на свете. Ездит он быстрее. А перемещаться быстро это тоже хорошо. Поэтому, возможно, чисто теоретически... Избавляться от Мерса... Стоять, Зорька. Сейчас мы немножко накосим травы по обочинам. Совсем чуть-чуточку. И потом уже будем уборочку наводить. Как раз все это дело подсохнет, просохнет. Такая вот у нас косилочка есть. Вон есть прицепчик. Отлично все это. Сейчас, я думаю, прилипнет друг к другу. Так, что тут? Ничего вроде. Ой, что-то я колесо, по-моему, повредил. Единственное, слышишь? А, ну ладно. Это мы разберемся потом. Ну что, поехали немножко травы косанем. Что-то коровы не очень захотели много свежей травы, вернее, совсем немного ее захотели, поэтому мы сейчас едем работать дальше. Но
Эта трава, которую я сейчас закинул, пусть она себе там силажируется, синажируется. В общем, будет из нее еда вкуснейшая. Но у нас есть проблема. Перед тем, как мы поедем убирать второе поле, вот тут соседское, вот, у нас вылезли вот такие вот чудеснейшие цветы. Может, если кто-то хочет, маме, девушке, бабушке, я не знаю, кому угодно, любому близкому, родному человеку нарвать свежих луговых цветов, приезжайте, пожалуйста, к нам. Меньше будет надо опрыскивать, потому что вот такая вот суета случилась, денег нет, счастья нет и посыпайки нет. Вернее, не посыпайки, а поливайки. Поэтому сейчас надо будет срочно съездить в магазин, купить поливайку. Кони живые такой. Да, все нормально, где второй? А второй тут. Отлично, лошади живые, коровы живые, утки несутся. Кстати, по поводу утки несутся, надо будет посмотреть, что там они нанесли нам. И нанесли ли хоть что-нибудь. А то вдруг они шлангуют. И ничего нам не несут, яйца. А яйца, как вы знаете, вот они появятся. Яйца — это главное в семье, как бы. Можно есть, можно продать. Поэтому надо срочно будет как-то поехать, подзадорить курей и уток, чтобы они нормально там все сделали свои дела. И как бы да. Вот, а тем временем мы подъезжаем к магазину. Сейчас будем выбирать какую-нибудь красивую поливаечку, не очень дорогую. Скорее всего, это будет какая-нибудь маленькая поливаечка. Плюс потому, что надо будет еще купить бидончик-то, это попшики какой-нибудь. Глушимся пока, чтобы тут нам не тарахтело в магазине. Ну и здравствуйте, господа, магазин. Вот, мы выбираем попшику какую-то. Так, попшики у нас находятся вот здесь. Вот тут у нас очень дорогие попшики. Можно купить только бачок. Если он, конечно, на пути, то тогда ладно. Так, так, вот, за 4000 вот такая вот чудо, не чудное какое-то, 450 всего литров себе вмещает на 12 метров. Ну ладно, это куда ни шло, но 450 литров, это, конечно, смешно. Так, эта попшика у нас 24000, очень дорогая. Вот попшика тоже маленькая, тоже 12 метров и тоже 400 литров. Так, другая попшика с колесиками. А, это попшика на 2000 литров. Вы серьезно? Вот тут 2000 литров, вот в этом вот бурдюке? Хм. А сколько шириту ты захватываешь? О, можно даже фонарики сделать. Нифига себе. О, можно и такие-сякие колесья. Вот это я... А, и 14 метров. Да ты... А, 20 тысяч? Не, все, извините, я что-то это ошибся. Ага. Спасибо, нам не надо, да, ага. Так, 2000 это не туда, 8000 это опять не туда, 7,5 опять что-то мимо, по-моему, кассы. 6,5, да, 15 метров 600 литров. Но это уже что-то поинтереснее, мне кажется, будет, но 6,5 тысяч. Хотя, в принципе, мне пока вроде так, 6 метров совсем мало. О, тут какие-то есть эти производства непонятных нам этих тех, тех и этих. Слеза на 1000 литров, да? Так, ну я предполагаю, что мы, наверное, выберем вот это вот. Но 6000 этих. А слеза у нас на 14 метров и 1000, да, за 5500. Слеза. А можем мы выбрать какой-нибудь интересненький зелененький цвет? Ха, можем. И даже бак можем зелененький выбрать, а бак можем желтенький сделать. Ну, как-то выглядит, конечно, эта ваша слеза кошмарно. Но зато 14 метров и 1000 влезает. Это уже куда ни шло. Угу, а это что-то очень дорого. Может, вот эту какую-то бэушную взять, 17 метров... 2000 литров, конечно, вот такая вот штука бэушная, но куда без нее. Зато как раз нам подходит. Давайте возьмем пока бэушную штуковину. 2000 литров, возьмем сразу бидончик этого барахла. А, бидончик барахла, блин. А где у нас? Plant Protection. Так, погодите, ребятки, а где у нас вообще хоть что-нибудь? Вот. Это у нас 3000 литров, да, нам столько вообще не надо. А есть что-нибудь подешевше?
Подешевше нифига нету. Есть компост какой-то, какая-то фигня. Все, что хочешь. Метанол. Тринюлёль какой-то. Ага. Ну, я примерно, да, себе представляю, что это какая-то не очень штуковина. А сколько вот этот IBC? 2000 за 2400. Нифига себе. Гербициды, я вас понял. Я вас понял, гербициды за 2400. Черт. А там сколько вот эта штука стоит? За 2503, да? То есть можно будет еще приехать тут пополниться. Давай, наверное, вот эту возьмем, какую-то черную Genetics. Хрен его знает, это нужно нам, не нужно. Ну, давай забираем. Отлично. Если что, потом еще раз приедем, подзаправимся. Тут эту бочечку оставим. Так, мы тем временем заводимся. Забираем. 6700 я потратил, ну ничего страшного. А, надо будет же еще этот. О, наверное, давай заскочим сразу в автомастерскую. Поменяем колесики. Здравствуйте, автомастерская. Поменяйте нам, пожалуйста, колесики на узкие. В общем, дяденьки сказали, что нет у них узеньких колесиков на такую технику. Так что придется, наверное, да, сохранить Мерсу жизнь в ближайшее время. Но это ладно. Я-то если у него есть колесики узкие-то. Вот в чем прикол. А если у него колесиков узеньких нету, что делать тогда? Так, а мы это дело все заправим. Заправим? А давайте заправим это дело. Так, дело заправляется. Это хорошо. Я надеюсь, что мы подзаработаем немножко денег с этого того на этого, которое второе поле надо будет убрать. Там какая-то бяка у него растет, у этого соседа. Так, бочечку тут оставляем, едем домой. Сейчас быстренько меняем на Мерседесе колесья, если они там есть. Но по идее должны быть. Если логику включить, то колеса должны быть. Стихи от меня. Вам всем балалайка. Вот, ну примерно такая вот штука. Совсем, короче, с ума сошел уже. Поэтому я даже не знаю, что вообще, что в свое оправдание сказать. Ну, как бы на чужбине, сам понимаешь, тут среди вот лесов, полей и рек не только с ума сойдешь, но и еще что-нибудь. А вот и представляю вам Мерседес на узких колесах. Это довольно. Это довольно смешно. Вот. Как-то так выглядит эта штука. Выглядит это как бричка какая-то. Кто-то даже, да, говорил, что это у него тут... В общем, он смешной довольно. Слышишь, а колеса-то похожи на эту бэушную хрень. Ты понял? Это, по-моему, вообще одно и то же. Я так подозреваю. Так, главное, чтобы мы сейчас это все быстренько дело заделали. Ага, прелестно. Ну что, ребятушки... Нас уже заждались там, вот, кстати, через дорогу, да и вороны, дайте мне ружье здоровенное, их стрельну разочек. Вот это поле надо срочно убрать, а мы тут тютипили какие-то разводим, поэтому давай, быстро, на худощавом Мерседесе сейчас забахаем тут все. Thank you.
Вот и чудно. Так, хватаем быстренько сейчас комбайн, потому что дядька не ждет, уже разозлился там, кричит, звонит, говорит, что такое, я не понял, где мои работнички. Жаточку, наверное, тут оставляем, она нам нафиг не нужна. Комбайн сразу же разворачиваем, жаточку забираем. Потом машинку подгоним. Оп. Забираем эту штуковину. И, наверное, сейчас, не знаю, сейчас вместе с Карлом, да, наверное, вместе с Карлом, а может быть без Карла, а может быть Ворона, что тоже хорошо, в принципе, да. Ну, давайте пробовать, в общем, я думаю, что так, что у нас тут получается. Вот так вот получается, отлично, соломка тоже получается. Ну все, пожелайте нам удачи, сейчас мы быстренько это дело все бах-жик-вжух. И все, наверное, да. Вот и чудненько, ребятки. Ну что, закончили контракт почти. То есть вывезли всю культуру сюда. Нет, не сюда. Сюда мы продали свою долю. Остаток примерно на 7000. Даже чуть больше. 7700, там, грубо говоря. Вот, а если б я еще там не высыпал лишнего, то может еще чуть-чуть было больше. Ну что ж, там еще он нам солому отдает с поля. Так что соберем солому. Или тюками, или так, засыпем к себе в хранилище, и там потом будем разбираться с этой соломой. Ну что, а на этом все. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Пишите комментарии по поводу
Всего, по поводу всего, как, чё, где, кому, куда. Советуйте канал друзьям, жмякайте на ссылочки в описании, на второй канал, канал по Майнкрафту и Дискорд, с которым можно общаться просто с хорошими людьми, со мной пообщаться или скачать моды, те, которые использую я. Все, всем всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.